Да, конечно. Горойчик, привет, роднусь. Мой хороший, моя девочка. Ну что, это слезы радости, Аль? Я рада, что все закончилось, но я, конечно же, хотела немножечко другого результата. Понятно, что все хотели, медали конечно. Не дают. Что скажешь? Я сделала все возможное. И спасибо большое, что люди в меня верили, они меня поддерживали. Я знаю, там очень многие люди меня поддерживали. Я сделала все, что могла. Алькин, мы тебя очень любим, правда. И твое это четвертое место, оно реально для нас, для всех третье. И Любка Черкашина, она ведь очень серьезный соперник-то была. Согласна с этим? Да, конечно. Каждый достоин, все работали. Все, я думаю... Просто самое обидное, наверное, второе и четвертое. И вот мой у меня хороший. Сейчас четвертое. Но мы тебя все очень любим, не расстраивайся. Пойдешь на третий круг, скажи мне? Нет, все, нет? Хватит. Заканчиваешь свою карьеру? Умница, умница. Мы тебя любим, Аль. Спасибо. Давай, вытирай слезки свои.